Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, приветствую вас на моем канале. Сегодня готовим вместе. Сегодня будем мы мариновать шашлык. Шашлык будет советским. То есть рецепт из Советского Союза. Итак, поехали, друзья. И вот что нам для этого понадобится. Это шейка свиная. Я взял 1,5 килограмма. 6 луковиц. Уксус, перец, соль. Все, друзья, больше ничего для этого не надо. Никаких там приправ, ничего. Вот именно советский шашлык будет у нас. Итак, начинаем мариновать. Чистили мы наш лук. Теперь нарезаем его полукольцами. Нарезали мы наш лук, теперь нарезаем мясо. Мясо, друзья, делайте куски побольше. Если вы сделаете маленькие куски, то тогда мясо просто высохнет. Делаем примерно вот такие вот куски. Нарезали мы наш лук, нарезали мы наше мясо. Теперь берем какую-нибудь форму, главное, чтобы была с крышкой и поглубже, и начинаем мариновать. В первую очередь берем лук, отжимаем его, хорошенько отжимаем. И закидываем вниз. Лука, друзья, не жалейте. Лука надо много. Положили мы на дно наш лук, отжали его хорошо. Теперь добавляем соль. Следом перец. И уксус. Теперь выкладываем вниз наше мясо. Все, выложили мы наше мясо. Теперь следом опять идет немного перца. Немного соли. И опять же берем лук, отжимаем и закрываем наше мясо. Накрыли мы наше мясо луком, отжали все хорошо. Теперь повторяем опять то же самое. Немного соли, немного перца. И немного уксуса. И опять же берем. Выкладываем наше мясо и повторяем до тех пор, пока у нас не закончится мясо. Или у вас, если вы возьмете там 2 килограмма, у вас чуть больше получится. Так что чередуем таким вот путем. Замариновали мы наш шашлык. Теперь закрываем все это крышкой и отправляем в холодильник на сутки.
и встречаемся уже на природе. Наступил второй день, наше мясо мариновалось сутки, и теперь приехали мы на дачу, сейчас будем готовить. Вот наше мясо, оно готово, сутки мариновалось. Понюхайте, друзья. Не пахнет, да? Ну хорошо, сделайте сами и попробуйте. Ну все, друзья, сейчас распалим наш мангал, нанизаем наш шашлык и встретимся дальше. Мы все приготовили, ждем угольков. Друзья, я решил попробовать раньше времени, не сдержался. Слюни текут. Такой запах стоит. Обалденно. Не пирога. Все, друзья, потом включимся. Сейчас некогда. Итак, друзья, наш шашлык готов. Мы сейчас будем кушать. Кому понравится такой рецепт, сделайте, попробуйте. 100% вам скажу, не пожалеете. Ну, а те, кто рожден в Советском Союзе, те знают, что это за шашлык такой. Ну, а так, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи! До скорых встреч!